А вы на Макаренко, нет? Здравствуйте. Вы не на Макаренко случайно? Да. Значит, вы ко мне. С моими детьми. С вашими детьми, да. А, вот кресло сзади меня. Все. Сейчас подошли. Ну, у меня вот Макаренко 6, от машинистов 3, первый подъезд. Сейчас. Да. Катюш. Катюнь, какое такси мне принимать? Девушка. Успокойся. Машина. Лада Гранта. Лада Гранта. Верно. Давай. Давайте вместе. Куда ты лезешь? Я мелочь. Маленькую. Вот иди именно. Мелочь. Куда? Мелочь. Отойди. Ты с той стороны. На. Куда ты полезла? Заюш, давай я помогу. Здравствуйте. Пожалуйста, да. Наденьте маску. Нам там помочь с креслом или сами справиться? Это важно для всех, кто в машине. Поездка хорошо. По Яндекс.Навигатору займет 5 минут. Тёть, а? Сохраняй моих детишек. Да вы не переживайте, вы что? Очень переживаю. Нет, все хорошо будет. Я столько детишек отвезла. Будьте добры. Я лохматая, да. Сегодня лохматый вообще мне. Дождем. Ты лохматка, как у Софии Батина. Все, тогда я пучок свой соберу. Все, Катюнь, сели, едем. Алло. Едем. Ну и насрать, мы едем на одном. Отменяй, желтую отменяй, желтую отменяй. Ну что нужно сделать? Ну, девушка. А, сейчас спрошу. Девушка, а как отменить? Она 2 вызвала сразу. Такси. В приложении надо отменить одно. Она не может. Почему? Не знает. Ну там должна. Первый раз она так делала. Должна быть кнопка. Отмените. Она говорит, а можно отменить приложение. Ну это пиздец, вы что, прикалываетесь, девчонки? Я просто не вижу приложение, так сложно сказать. Я к девушке села, да. Ты сама сказала, то-то, я села. 400 ваш номер. 500 Макаренко 6. Макаренко 6, я помню. Короче, ты выходи и не бубни. Нас встречаем уже скоро будем. А у нее, знаешь, она что сделала? Девушка, помоги. Она, короче, оформила, чтобы списали с карты, если что, сразу. Как сделать так, чтобы предотвратить теперь это? Теперь никак. А теперь никак. Сколько там? 89, по-моему, рублей спишут. 89 рублей у тебя спишут. За то, что вы отмените второго. Ну, вот ну спишут у тебя за левый вызов. 89 рублей. Мне немало, на самом деле. Я в ахуе. Что ты такая. А я при чем? Нахуя ты столько это? Выходи. Отменяй, отменяй быстрее. Еще он может начислить сейчас. Вот девушка сейчас говорит. Сколько списали? Что еще раз? Сколько еще раз? 112 рублей. Слышно, уже на тихо. Не знаю точно. Там они... Быстро откажись! Можешь? Сейчас, подожди. А все, скинь. А ты можешь позвонить в эту хуйню? И сказать, чтобы отменили эту поебень. Что, она будет тикать и списывать, нет. Что ли, ебать? У меня нет связи с оператором. Тошни? Просто. Тошни? Ну что, еда? Да, мы сейчас приедем. Тошни? Вон туда смотри. Вон туда смотри. А, окошко откроешь? Вон туда открой. Не. Задний не могу открыть. Все, вот там... это открой. Пускай свежий воздух. Все, да. Тихо, а что я за сейчас, да, это было сейчас? Я уже подъезжаю, а я тут при чем? Скажи, это что за пес тебе присылает вот эту вот? Серьезно? Да я тогда девчонке покажу. Скинь. Мы уже сейчас подъезжаем, говорю, через минуту. Выходи, пожалуйста. Мы уже рядом тут. Давай, я покажу просто, чтобы тоже время не было ожидания. А, вот он, этот хуеплет на желтой. Нет, это другое. А, это другое, да? А, ну ладно.
Потому что она не два вызвала, может кто-то другой еще вызвал. Смотри, вот она говорит. Ну, кассовый чек 200 рублей, это за мою поездку. А за его вот 111 рублей, получается, списалось. Ну. Ну, потому что она, получается, два такси вызвала по безналу. И получается то, что одно, ну, как спасибо бы отменилось. За поездку. Заказ будет оплачен. И из-за этого списались. Пожалуйста, вот эти убедитесь, вот, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Почему-то получилось так, что она вызвала два такси. А как можно так сделать и обратно вернуть бабло? Ну ни хрена себе. Серьезно? Да. Серьезно? Ну да, ну просто. Вот это вот, кстати, как интересно работать, да? Даже если человек по безналу. Извините, малышки. Да, да, да. Софику тоже снимай. Малышка. Пока. До свидания. Ну-ну. Ну, у вас время, потому что ожидание вышло, и он отменил. Да, там, видимо, ожидание, то, что 111 рублей. Ну, 7 минут, значит, у вас было платное ожидание, он после он этого может отменить. Он мне позвонил, сюда. Он мне позвонил, говорит, что у вас, типа, это, девушка, вызывает, да, так. А я позвонила, короче, одно вызвала сначала. А там с детьми не, ну, не взяла, потому что детское кресло, ну, надо же заказывать, ну, да. Детское кресло. Что-то у вас, короче, непонятно. Короче, ладно. До свидания. Привет, сейчас расскажу, что здесь произошло и как я докатилась до жизни такой. В общем, я приезжаю на заказ и вижу, стоит там желтая машина, не помню уже какая. У меня, конечно, были подозрения, что это, возможно, машина, которая тоже приехала на тот же самый заказ, что и я. Но, во-первых, я не буду подходить и спрашивать, потому что я, в принципе, ну, как бы не разговариваю с людьми практически никогда, да. Вот, а во-вторых, ну, какая мне, по сути, разница. И как я докатилась до жизни такой и стала такой сволочью, сейчас я вам тоже объясню. В чем смысл? Подозрения у меня были, но я понимала прекрасно, что если сейчас я не возьму ситуацию, скажем так, в свои руки, то я просто останусь без заказа, без денег, с потраченным временем. Почему я так думаю? Изначально, когда я приходила работать в такси, у нас были специальные приложения рации, чаты, в которых мы все там общались, в том же самом Максиме, потому что он был полностью объединенный. Ну, как бы многие таксисты, которые работали уже 100-500 лет, учили меня тому, что, ну, нельзя так делать, то есть, как бы, пассажира нужно проучить, если ты приехал на заказ, а он заказал две машины и так далее, потому что иначе он так и будет всегда заказывать и думать, что ничего за это не будет, и это нормально. Я, в принципе, всегда придерживалась именно такого мнения, то, что между коллегами должна быть взаимовыручка, солидарность и так далее. Но последний случай просто во мне убил все. Вот все, что можно было убить, он во мне убил. Это случай с бабушкой, да, которую многие из вас уже видели, когда ко мне села женщина и заказала такси, которое дешевле, оно в этот момент подъехало, и она заказала, получается, два такси, и я отказалась ее везти, сказала, чтобы она тому водителю, поскольку он подъехал, заплатила тоже за подачу машины. Конечно же, она отказалась, и я тогда отказалась ее везти, а водитель просто взял, молча ее повез, он даже просто ничего не сказал. Вот сейчас подсказка где-нибудь тут выскочит, можете пересмотреть или посмотреть, если кто не видел. Перед этим был еще один неприятный случай, к сожалению, у меня тогда не было камеры для того, чтобы это записать. Приезжаю на заказ по Яндексу, тогда еще Максим был более живой, чем сейчас, и заказ, в принципе, там тоже кто-то брал и возил. Я приезжаю по Яндексу, коэффициент был где-то примерно там 40, 50, 60, ну то есть достаточно небольшой, не какая-то там заоблачно ужасная цена. Ко мне садятся мужчина и женщина. Садятся, я уточняю адрес, но все как всегда, я здороваюсь, все вежливо, культурно и хорошо. И тут в какой-то момент мужчина начинает оборачиваться назад, что-то там видит, начинает выходить из машины, говорит что-то своей там женщине.
И они начинают просто уходить из машины. Я, естественно, не поняла, что вообще происходит. Ну, и как бы спрашиваю, ну, мол, а вы куда там? И все такое. И знаете, что мне ответили? Дословно, иди на... Я такая, что? И он мне опять, иди на... Я сижу, у меня вообще просто шок. Я, ну, я до такой степени этого не ожидала, то есть, ну, за что? Типа, я же даже еще ничего не сделала. И я смотрю, значит, сзади подъезжает Некси, а они, короче, идут к этой Некси. Пару секунд я обдумывала ситуацию, смотрю, водил там что-то замешкался. В общем, я выхожу, понимаю то, что они заказали, видимо, два такси. И, скорее всего, то такси, которое было сзади меня, было дешевле. Хожу из машины, подхожу к водителю, начинаю вот это все объяснять. Ну и вообще, как бы, пока они выходили, еще он, скорее всего, это видел, потому что, ну, это все происходило на его глазах, да? Я ему все это объясняю, говорю, что они меня послали матом вот так. Наверное, нужно что-то сделать, может быть, там, например, их не вести или хотя бы... Ну, я, допустим, ничего не могу мужчине поспорить с ним, да, что он мне сейчас, если он меня на... Уй, может, спокойно послали мне и в лоб сейчас даст, да? Ожидала все-таки какой-то поддержки от этого водителя, меня как коллеги. Но, к сожалению, он вообще ничего не сделал, то есть он даже ничего не сказал. Он сказал что-то настолько вот незначительное, что я вот сейчас даже этого не помню. Смысл в том, что он просто взял и вот так на моих глазах, вот так вот их просто увез. Я на это все смотрела, и мне стало вот до такой степени обидно, что у меня аж даже просто покатились слезы. Я помню, это эпичный кадр, это просто еще под мостом, знаете, я стою такая около машины, у меня накатываются слезы от обиды, и просто этот водитель на Некси вместе с ними просто мимо меня уезжает. Я говорю, ну вообще, как бы это, ну, ненормально, да, забирать пассажиров там, которые сидели уже у другого водителя в машине. Понятно, конечно, что я их после этого не повезу, но, в общем, тем не менее, вся моя солидарность, вся моя стремление к взаимовыручке обходится боком только мне, потому что только я, получается, теряю деньги, я теряю время, но водители почему-то вот так вот разворачиваются, уезжают, и им вообще плевать. Конечно, конечно, не все такие вообще далеко. Естественно, есть нормальный, хороший водитель, который все понимает прекрасно. Но, к сожалению, из-за того, что сейчас наплодил Яндекс, в эту сферу может прийти любой вообще желающий. Сейчас, благодаря Яндексу, не существует даже чата какого-то общего, да. И люди, которые приходят, например, работать, они даже вот, ну, коллег своих, таксистов, они даже никогда в глаза, может быть, и не видели, не знают, и не знают, где там кто в каких чатах сидит, ни с кем не общается. То есть, ну, нету вот этого вот понимания, да, того, что если сегодня ты кинул как бы своего коллегу, не помог ему, то завтра на его месте окажешься ты. Делаем вывод. Чтобы не гадать и не думать, нормальный там водила, ненормальный, приходится просто поступать как последняя сволочь и думать только в своих интересах. Но при этом я знала, что вот конкретно данный заказ был по безналу, и у меня был по безналу, я предполагала, если вдруг этот водитель тоже приехал на мой заказ, ну хотя бы ему будет оплачена подача, то есть, ну, уже не так обидно. Ребят, а что вы думаете по этому поводу? На какой вы стороне, что вы считаете, быть лучше быть скотиной, но с деньгами и с пассажиром, либо все-таки придерживайтесь солидарности и взаимопомощи, взаимовыручки между коллегами? С чистой совестью, но без денег. Последний раз, когда вообще была такая ситуация, что два водителя действительно договорились в моем случае, это было, наверное, лет 4 назад, может быть, 5, когда был Максим. Заметили, вот, что человек, который со мной ехал, у него даже не возникло мысли о том, что, ну, может быть, это как-то неправильно было заказывать две машины, то есть она его обзывала, говорила, что он пес. Я еще так орала над этим словом пес, это же надо такое вот ляпнуть. А еще всякими там словами, что как он смел, сволочь, приехать на заказ и ее ждать там стоять, и украсть целых 112 рублей. А то, что он там потратил время, бензин и так далее,
Да это даже мысли у людей такой нет. Просто даже мысли. И еще вот из последних слов я поняла, что вот, мол, видите, какая Яндекс хитрая контора. Я даже с ними никуда не поехала, а деньги они украли. Вообще, сволочи. Я просто в шоке. Ну, ребят, в общем, с волками жить по волчьи выть, как говорится. Чем больше будем забивать друг на друга, тем больше будет становиться таких пассажиров, которые считают, что труд водителей это просто ничто. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Обязательно хочу знать ваше мнение. И до новых встреч. Пока-пока.